Итак, что тут произошло? Томми, какие-то мафиози сказали, что пришли за своей долей. Сказали, что это деньги мистера Форелла. Как же мне херово. Форелли? Соня Форелли? Да, это он. Я думаю, он был очень настойчив. Твоей вины здесь нет. Отвезите его в больницу. Томми, сделай ему еще одну дырку в заднице за меня. Я ему их две сделаю. Bye.